безопасности на железной дороге. Если кто-нибудь будет плохо себя вести, укушу. Вот так, облачившись в смешную, но очень заметную форму, актеры клуба Прибрежском отделении железной дороги рассказывали пассажирам о правилах поведения на вокзалах, в поездах и около переходов через железнодорожные пути. Казалось бы, что сложного? Они заступают за красную линию, которая ярко обозначена на перроне. Переходить железнодорожные пути только в специально установленных местах, не подлезать под вагон настоящего поезда и так далее. Однако статистика показывает обратное. Некоторые пассажиры и пешеходы игнорируют правила. В текущем году в Брестском отделе было зарегистрировано 3 факта травмирования граждан подвижным составом. Из них один факт был суицид, 2 гражданина были травмированы подвижным составом при переходе железнодорожных путей в неустановленном месте. Хотелось бы отметить, что 2 гражданина выходили в состояние алкогольного опьянения. Алкоголь и игнорирование правил поведения – основные причины несчастных случаев, которые происходят на железной дороге. Переходя пути в нетрезвом виде или в наушниках, мало кто задумывается о последствиях наезда поезда. А ведь это всегда либо тяжкие телесные повреждения, когда пострадавший на всю жизнь остается инвалидом, либо смертельный исход. Задача – проводить профилактическую работу и людям рассказывать, отдавать эти акции, показывать и рассказывать, что, чтобы они не нарушали этих правил. Нахождение на объектах железнодорожного транспорта. Потому что, ну, на самом деле, можно там минуту выиграть, рискнуть, как говорится, но потом потерять очень много, может быть, даже и жизнь. Республиканская акция «Стоп, неверный шаг» прошла во всех регионах страны. Ее главный посыл – напомнить гражданам, что железная дорога – это зона повышенной опасности, которая требует максимальной осторожности и внимательности. Помните, соблюдение установленных на железной дороге правил – залог вашей личной безопасности и безопасности ваших близких.